продолжаю свой тур по питомнику. Это можжевельник обыкновенный, респанда. Потом это можжевельник у нас, ой, даже сложно посчитать, горизонтальный эндора компакта. Да, но компакта. Надеюсь, что компакта, потому что компакта я бы взяла. Это, скорее всего, можжевельник казахский. Он разрастается, в принципе, достаточно. Ой, смотрите, какой интересный. С ягодками. Как он называется? Господи. Так. И на нем... Нет, а нет, есть. Так, это можжевельник. Я его переверну маленько. Можжевельник чешуйчатый. Блю карпет. Смотрите, какие у него ягодки. Так, это тоже какой-то другой. Блин, ну все я не могу тоже прочитать название. Так, можжевельники, побуревшие какие-то можжевельники. Ну, тоже выстригать. То есть они даже так при хорошем содержании тоже бывают и желтеют. И все остальное с ним тоже случается. Вон, вот этот красивый. Смотрите, как он свисает на бок. Там тоже есть ягодки. Тут название я бы хотела посмотреть. Вот это очень интересно. Кстати, блин, название я не вижу нигде. Так. Ну, реально я не вижу название на горшке. А вот, нашла. Можжевельник горизонтальный казацкий Вилтони. Вот это мне очень нравится. Это можно посадить куда-то прям, так скажем, в контейнер. Это выставить контейнер, конечно, должен быть очень большой, но вот красивый достаточно. Я думаю, их тоже можно и формировать, как хочешь. Ничего сложного в этом нет. Посмотрите, как здесь просто мох. Мох вырос. Слушайте, вон там тоже мох. Ну, вроде бы они живые, как будто бы им это не вредит. Хотя нет, вот. Им вредит, похоже, вот этот мох. Хотя они все с мхом. Не знаю, может, так надо. Ладно, так, можжевельники. Тоже листики не очень на ту похожи. Интересно. Так. Вот такой можжевельник. У него старые побеги зеленые, а новые, они у него белые. Так, тоже не вижу названия. Сейчас можно находить название. Смотрите, как они красивые из горшка все-таки струятся прям. Тоже так. А вот это вот можжевельник горизонтальный принц уэльский. Короче, вот он. Вот это принц уэльский. Татуи различные. Меня интересует туи повыше размером. Говорят, когда они маленькие, их очень сложно вообще сорт определить. Это туи западной хосари. Вот, то есть вертикальную, ну, тую, там, колоновидную тую и круглую тую в детстве не отличить. И есть еще из круглых, так, это туя смарагд. Вот сколько она? Ну, вот она нормальным размером, кстати. Сколько они стоят, надо будет это узнать. Тоже есть пожелтевшие, конечно. Но эти, конечно, они не такие красивые, они не дотягивают, как бы маленечко, конечно, как-то вот они такие с шишками. Шишки, такое-то дерево вообще взрослое, кажется, когда шишки не видишь. Так, туя западная, колумна. Вот они хиленькие. С шишками. Елочки. Елочки, вот у нее приросты. Есть полностью голубые елки, да, у этих только приросты голубые, а внутри они зеленые. Так, как у них название? Блин, так. Я вижу, тут есть название. Просто ель голубая, пишет. Вот есть же полностью голубые ели. Тоже пишет на них ель голубая, в другом питомнике смотрела. Какие-то интересные почвопокровники, похожи на мох. Или мох его просто побеждает, этот почвопокровник. Ну, интересные. Вот это вот, что это за растение? Тоже оно достаточно интересное. Это
Это мне интересно, что за растение, кстати. Ну, вот еще многолетники, они не совсем пришли в себя. Какие-то только начинают приходить в себя, какие-то еще даже и не пытались начинать приходить в себя. А здесь вот все почвы покровники тоже. Это уже банан. Ну, если они здесь зимовали, это уже хорошо. Так всем даже, ну, даже непонятно, что это такое растет. Съедом. Непонятно, пока еще листья не появились. Это похоже на молодило. Ну вот все красные листики. Вот это вот что за многолетник такой? Как это посмотреть? Я вообще даже не представляю, что мне достать горшок. Я не знаю, как мне достать горшок. Я даже боюсь, если честно, что-нибудь сломать.